Добрый вечер. Давайте наладим с вами связь. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? От 1 до 10 поставьте в чате, чтобы я понимала, что вы меня слышите. Отлично. Итак, сегодня мы с вами познакомимся с бизнес-проектом. Бизнес-проект в интернете. Я сегодня расскажу вам о том, как можно в интернете зарабатывать деньги, и вы для себя примите решение, интересен вам этот проект или нет. Три вопроса, которые интересуют каждого человека. Сегодня мы вам на них ответим. Это насколько актуально наше предложение, что нужно делать и сколько я буду зарабатывать. Сегодня мы пройдемся по всем этим трем вопросам и получите все ответы. Итак, начните получать доход в онлайн-проекте. На сегодняшний день вы прекрасно знаете, что большинство людей сидит в интернете, в соцсетях, делают покупки в интернет-магазинах, вот, общаются. И я предлагаю вам начать получать доход за общение в интернете. На сегодняшний день интернет-сеть настолько велика, настолько глобальна, в ней очень много возможностей, вот. И мы ищем людей, которые будут управленцами и профессионалами наших интернет-магазинов. Итак, четкая система работы, которую мы вам предлагаем, бизнес под ключ с нуля, работа в сети интернет, опять же, в удобное для вас время, быстрый карьерный рост, бесплатное обучение, которое будет проходить в таком же онлайн-режиме. Это простая система, которую можно легко повторить. Идет трудовой стаж, 17 зарплат в году. Ведь вы привыкли на своей основной работе получать 12 раз зарплату всего за 12 месяцев. В нашем онлайн-проекте это будет 17 зарплат. Бесплатный отдых за счет компании, а также программа «Мой автомобиль» и «Мой дом» также входят как бонусы от компании. Итак. Что же нужно для того, чтобы мы приняли вас на работу? От вас нужно свободное время 2 часа, от 2 часов и более. Интернет, чтобы у вас был интернет в свободном доступе. Знание компьютера на уровне пользования, ваше желание и стремление обучаться и расти по карьерной лестнице. Также очень важны лидерские способности. Вы готовы попробовать? Если вы готовы попробовать, мы готовы рассмотреть вас на должность менеджера по управлению филиалом интернет-магазина. Мы закрепляем за вами филиал интернет-магазина, который нужно будет рекламировать в интернете. Вы должны будете обеспечить поток покупателей в интернет-магазин и управление этим магазином. Опять же, уточню, нам нужны управленцы, профессионалы. Нужно будет давать масштабную рекламу вашему интернет-магазину в соцсетях, на досках объявлений. Также работать с почтой и в скайпе. Также непосредственным вариантом является это приобретать средства личной гигиены, косметическую продукцию и другие хозяйственные товары в своем интернет-магазине, пользоваться им ежедневно. Значит, давайте с вами представим. Вы являетесь владельцем своего интернет-магазина. Будь это интернет-магазин по вязанию или будь это интернет-магазин по продаже игрушек или по продаже косметики. Вы же не пойдете покупать игрушки в другом интернет-магазине, если у вас есть собственный интернет-магазин игрушек, согласитесь. Поэтому, приобретая все эти хозяйственные товары в своем интернет-магазине, вы имеете скидку 20% от компании уже моментальную. Соответственно, ни один магазин своим дисконтным клиентам не дает таких скидок. Скидки идут от 5 до 10%, это максимально потолок, и то 10% вы не везде найдете. Поэтому одним из условий является приобретение хозяйственных товаров и средств личной гигиены в своем интернет-магазине. Также обучаться ежедневно. У нас есть обучение в онлайн-режиме. Также есть обучение с помощью видеоуроков и ваших непосредственных наставников.
Итак, с чего же мы с вами начнем? Мы начнем с вами с оформления филиала интернет-магазина, где за вами будет закреплен номер вашего филиала магазина, в котором вы будете самостоятельно делать покупки для себя и для своей семьи, имея скидку от 30 до 50% на любые товары. Далее вы будете рекламировать свой интернет-магазин в соцсетях, на досках объявлений и подключать сюда клиентов, которые будут также являться официальными клиентами вашего интернет-магазина и тоже будут иметь такие же права и скидки от компании. Также мы обеспечиваем вам помощь до тех пор, пока вы не выйдете на доход в 1000 долларов по карьерной лестнице. Мы будем точно так же помогать подключать вам официальных клиентов в ваш интернет-магазин. Вы даете рекламу. База клиентов, которую вы наработаете и которую мы поможем вам наработать, их покупки и плюс ваши совместные покупки, это будет вашим доходом от 3 до 22% с товарооборота всех покупок ваших официальных потребителей. Приобретаете покупки для себя и для своей семьи, и вам за это тоже будут платить. А также обучаетесь. Обучение, вебинары от наставников, также самостоятельное обучение с помощью видеоуроков и другой литературы. И опять же за вами закреплен наставник, который будет помогать вам до тех пор, пока вы не выйдете на доход в 1000 долларов. Велосипед создан, логистика, склад, бухгалтерия, доставка заказов с вашего интернет-магазина по странам СНГ и в целом в любую точку мира. Компания наша работает в 66 странах мира. Также созданы сервисные центры обслуживания, почтовая доставка. И вам не нужно будет ни за что это беспокоиться. Все это обеспечит компания. Также постоянный карьерный рост. И вы все, что наработаете, работая в своем интернет-магазине, вы можете завещать по наследству своим детям и внукам. В принципе, вот давайте ответим с вами на один вопрос. Если вы являетесь директором какого-либо предприятия, сможете ли вы свою должность, директор предприятия, передать по наследству своим детям? Конечно же, нет. Естественно, не сможете. Поэтому такая возможность, работая на себя и подключая официальных клиентов в компанию, в ваш интернет-магазин, вы сможете все наработанное, все ваши звания и все ваши официальные заработки передать детям и внукам по наследству. Также для работы у нас есть инструменты. Это сайт. У вас будет свой личный кабинет на сайте компании. Также это будут акции, которые будут обеспечивать вам помощь в подключении интернет-магазина. Акции растущие премиальные, круглосуточная поддержка от ваших наставников, от самой компании. Карьерный рост с доходом от 2000 долларов и выше. И я предлагаю вам сегодня, после нашей онлайн-встречи, попробовать себя в тестовом режиме. Достаточно начать от 3-4 месяцев работы и попробовать себя год в этой работе, и вы поймете, насколько доходы велики. Преимущество нашего бизнеса в этом онлайн-проекте. Это свободный график. Вы бизнес ведете из любой точки мира. Ваш офис – это ваш компьютер или ноутбук. Вы можете работать дома в любое время. Также у вас есть круглосуточная поддержка, и все ваши наработки и доходы будут передаваться по наследству вашим детям. Не нужно платить за аренду офиса. Есть система обучения онлайн. Есть система сопровождения онлайн. Поэтому всегда рядом с вами будет наставник, который будет вас обучать и поддерживать в вашей работе.
Итак, ответ на вопрос, откуда же идет доход? Значит, возьмем вас. Вы являетесь официальным управляющим филиала интернет-магазина и в своем интернет-магазине делаете покупки для вашей семьи и родственников. Все, что вы приобрели, создает товарооборот. Также вы подключаете официальных клиентов для точно такого же, либо получения дисконтной скидки, либо для работы в бизнесе. И люди, которые являются вашими официальными партнерами, точно так же приобретают для себя и для своей семьи средства личной гигиены и хозяйственные товары. И отсюда весь товарооборот, созданный вами и вашими бизнес-партнерами, суммируется, и вы получаете из этого доход от 20 до 22%. И теперь посмотрите. Значит, основа нашего интернет-магазина – это личное потребление. Представим себе, что в вашем интернет-магазине приблизительно от 300 до 500 человек, которые мы помогли вам наработать, и вы тоже подключили самостоятельно. Допустим, это 300 человек. Представим, что каждый купил в интернет-магазине приблизительно на 20 долларов. То есть в Беларуси это 400 тысяч белорусских рублей. Я думаю, что шампуни, мыло, зубную пасту, различные косметические товары, сумочки, аксессуары, платочки вы покупаете в любом другом магазине. И примерно на такую же сумму вы располагаете. Вот. Поэтому, если 300 человек приобретут в вашем интернет-магазине на 20 долларов, то товарооборот вашего интернет-магазина составляет 6 тысяч долларов. И теперь мы посчитаем, что 22% вашего заработка от 6 тысяч долларов будет составлять 1320 долларов. Вам нравится такой доход? Это будет ваш доход в месяц при таком товарообороте. Если каждый из членов вашей команды, если каждый из потребителей, наработанных и привлеченных вами в филиал вашего интернет-магазина, просто приобретет для себя и для своей семьи всего лишь на 20 долларов продукции. Итак, вы владелец собственного бизнеса. Официальное оформление. Договор безвозмездного оказания услуг. Наработанный доход передается по наследству. У вас идет трудовой стаж. Налог всего лишь 5% и фонд соцзащиты фиксированная сумма. Если сравнить с предприятиями или с теми, скажем так, вакансиями, которые предлагает государство, то там налог 13%. И фонд соцзащиты выплачивает предприятие за вас 36%. Соответственно, представьте, сколько денег вы просто недополучаете. Просто наши люди привыкли, что они получили зарплату уже за вычетом всех налогов. И фонд соцзащиты, и налог в налоговую инспекцию. И люди просто считают, что вот их зарплата, а вот все остальные налоги они не смотрят. Вот. В нашей ситуации мы платим сами самостоятельно всего лишь 5% и фиксированную сумму в год фонд соцзащиты. Вот, она примерно представляет собой около 2% от ваших доходов. Вот, и это гораздо меньше, нежели вы, работая на предприятии, будете платить налоги. Доход выплачивается 17 раз в год на расчетный счет. Интернет поможет вам развивать бизнес, не выходя из дома. И если вы привыкли, что на работу нужно обязательно вставать в нужное время, ехать на транспорте и в дождь, и в грязь, и снег, и вьюгу, и в метель, да, и в плохую погоду, то здесь вы сами себе хозяин и предоставляете право выбора самому себе. Итак, всех, конечно, будет интересовать, какой бренд компании мы продвигаем и оказываем услуги по рекламе. Значит, это солидная компания, она на рынке более 50 лет. Продукт уникальный, уровень международный.
Это бизнес 21 века, в котором мы работает на сегодняшний день более 62 миллионов человек. Узнайте, как это работает и что это. Это компания Oriflame, но очень многие привыкли видеть компанию Oriflame именно в жизни, когда бегают с каталогами, с сумками, продают косметику. Мы предлагаем вам совершенно другой уровень работы в компании. Это уровень интернет-услуг и привлечения постоянных клиентов, приобретать и пользоваться продукцией компании Oriflame с достаточно большими скидками. Подытожим с вами. Вы владелец собственного бизнеса, бизнес под ключ с нуля. Работаете по свободному графику в сети интернет. Доход легален. Работаете в стабильной компании, которая на мировом рынке уже давным-давно прошла уже несколько кризисов и все-таки стоит на ногах. Личный сайт будет у каждого бизнес-партнера. Личный онлайн-кабинет, где вы будете отслеживать все ваши действия, действия ваших партнеров. Также круглосуточная поддержка компании и поддержка ваших партнеров. Доход выплачивается 17 раз в год. И что у вас есть в начале пути и в целом в этом бизнесе? У вас должно быть просто желание и стремление работать и зарабатывать деньги. Вам будут с первого дня помогать строить команды. Это банкеты директоров, фуршеты, поздравления. Это чеки на премию в 1000, 2000 долларов, 3000 и выше. Все будет зависеть только от вашего желания работать и подниматься по карьерной лестнице. Также вас ожидают путешествия. Компания предлагает за свой счет возить вас в различные экзотические страны мира. И в этом году золотая конференция состоится на острове Кипр. Вот. В следующем году бриллиантовая конференция состоится в Майами. И это еще не все. Нас ожидает очень много интересного. Лидерская программа «Мой автомобиль», а также в России есть еще программа «Мой дом». И это все дает компания Oriflame. Вам всего лишь нужно ею воспользоваться. И вот небольшая информация для вас. Это информация по 2015 году, информация в России. Значит, по программе «Мой автомобиль» 145 человек стали владельцами автомобиля «Шкода Рапид». Это по программе «Мой автомобиль». 1675 лидеров были получателями лидерских бонусов, а также 200 человек из них заработали более 3000 долларов дополнительного дохода. По программе «Турборост» это тоже бонусы, это тоже получение дохода дополнительное. 428 новых директоров получили 2000 долларов. Дополнительно к премии 1000 долларов. Рост новых директоров увеличился на 33% в сравнении с 2014 годом. Лидерство развивается бешеными темпами. Менеджеров стало на 134% больше, старших менеджеров на 58% больше. И в директорскую команду плюс 28% прибавилось директоров. Также менеджерская конференция, но, к сожалению, она планировалась в Турции на сегодняшний день из-за международной политики. Конференция для менеджеров будет проходить в Сочи в 2016 году. Но это, опять же, будет за счет компании. Это будет великолепное мероприятие, отдых на море в течение 7 дней за счет компании. Юбилейная конференция в 2017 году будет проходить на двух лайнерах. Это два великолепных лайнера. Это 6 тысяч участников, два континента, три страны. Четыре города – Рим, Эфес, Турция, Афины, Греция. Если вы перевыполните план, который предлагает вам компания, то вы в подарок еще получаете золотую подвеску от основателей компании. Уровень 6 звезд. Я думаю, что даже если вы отдыхали на различных великолепных курортах мира, то сомневаюсь, что вы видели уровень 6 звезд. Класс люкс, роскошные каюты, балконы, шопинг, рестораны, бассейны, джакузи, казино. И можно ехать со второй половиной.
выдается на поездку две путевки. Поэтому это ваш шанс. И вот замечательная женщина из Китая, она за год взяла 8 званий. 8 званий. Она побила все рекорды в компании. То есть все это возможно. Компания работает в более чем 63 странах мира. Люди растут и живут на доходы европейского уровня. Не убив в себе лень, мечты не достичь. Поэтому задумайтесь, просчитайте все ваши шансы, возможности. И мы рады будем вас приветствовать в нашем проекте. А сейчас для тех, кто уже сегодня примет решение, я предлагаю заполнить вам регистрационную форму. Это форма с вашими контактами. Ссылочку я выкидываю в чат. Значит, если вы приняли решение, заходите по этой ссылочке, оставляйте свои контактные данные, и уже сегодня менеджер с вами свяжется. И вы будете продолжать дальнейшие действия. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Если есть вопросы, задавайте мне. Всего доброго. До новых встреч.